Какую подготовку надо сделать к конгрессу в Лораве, в десятке, так, чтобы мы могли прийти на конгресс самым готовым образом? Все мы должны прийти к состоянию в одного сердца внутри десятки. После этого мы постараемся соединить десятки вместе. Неважно, где они находятся. Часть приедет к нам из Бразилии, в Израиль. Часть из Турции. И другие части их останутся на своем месте. Ну так и что? Главное, что мы хотим быть вместе. В духовном нету места, нету расстояния. И если мы хотим быть вместе, то мы находимся вместе. Насколько мы захотим быть вместе, мы почувствуем, что мы действительно как одно. И так, надеюсь, что у нас будет настоящий конгресс, настоящее объединение между нами. Нечего больше добавить. Я думаю, что если я смотрю на товарищей, сегодня я вижу, что это возможно. Я вижу, что это возможно.